Друзья, перед началом этого видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что на моем канале стукнуло 900 подписчиков. Ну и также, как я и обещал, на моем канале стартует розыгрыш. Вся подробная информация в группе ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании под этим видео. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь» и это продолжение нашей карьеры за «Зенит». Перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрит мои видеоролики без подписки. Ребят, если вам понравился данный выпуск и другие ролики на моем канале, не поленитесь, подпишитесь на канал, нам немножко осталось до 1000 подписчиков, и тогда я проведу розыгрыш, первый розыгрыш на своем канале. Но также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения, летсплеи, буду рад вас всех там увидеть. Ну а мы начинаем. Ну что же, у нас сейчас игра против казанского Рубина. Они идут на пятой строчке, у нас лидерство в чемпионате в 5 очков, но у нас дальше, как мы видим, игра в Лиге чемпионов против Реал Бетиса дома. Минимально мы их обыграли на выезде. Так что, наверное, сегодня я ротирую состав, дам выйти немножечко вторым игрокам, чтобы уж первые отдохнули перед игрой с Реал Бетисом. Ну, кстати, у всех игроков, которые у нас есть сейчас в команде, нету даже вот этого настроя рейтинга ниже среднего. Поэтому вообще замечательно. Полностью, кроме вот Бариуса, заменил всех. Поэтому посмотрим, как мы отыграем против Рубина. Поехали. Ну что же, Газпром-арена. Зенит принимает казанский Рубин. Немножко у нас осталось до конца. Поехали. И мы пропустили. Ну вот что вот это вот за ошибка-то сейчас, а? Ужасная игра в обороне. Игнатьев нам забивает. Ну вот сами себе привезли. Ну и Шамуродов сравнивает что-то. Отлично. 51-я минута. 1-1. Ну и все супер. И все, у нас ничья. Сыграли против Рубина. Вот из-за этой ошибки мы все и потеряли все свои 2 очка, которые могли забрать. Но забираем только одно, к сожалению. Ну а Шамуродов стал лучшим игроком матча. 7,5 у него оценка. После 23-го тура мы в лидерстве. У нас 5 очков, если не ошибаюсь, все так же и было. По новостям, Круговой отрицает слух о переходе в Динамо. Ну и боец получает у нас роль Элдор Шамуродов. Так, по Оздоеву все. Представители предлагают снова, ну вот, Айнтракт, новую сумму трансфера. Давайте соглашаемся. 5 300 000 мы за него получаем. Ну и у нас сейчас игра против Реал Бетиса. Играем дома. Минимально мы их обыграли на их поле, потому что уже гостевой гол у нас вот есть. Все, вот таким составом мы выходим. С капитанской повязкой у нас Караваев. Я не знаю, на Малкома будет ли она лучше, нет, Азмун. То есть, ну, вообще разницы нет. Поэтому я даже как-то не знаю, давайте Азмун будет у нас капитанской повязкой. Зенит против Реал Бетиса, поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против Реал Бетиса. Интереснейший матч у нас сегодня ожидает. Домашняя игра. На стадии, а я даже и забыл уже, какая стадия, 1/8, наверное, Лиги Чемпионов. Хотя там по времени, мне кажется, уже четвертьфинал. Поэтому, ну, посмотрим. И мы забиваем. Вилмар Бариос, у которого я, к сожалению, ну, вот забрал капитанскую повязку на этот матч. Он забивает мало, но забивает в важных матчах. 70-я минута. Очень хорошо получилось здесь и мяч подобрать. Вот здесь еще и Дугла Санта записывает на себя голевую передачу. Ну, очень хорошо из-под защитников пробил. 2-0 в общей сумме. Ну, Бетису сейчас все равно надо забивать как минимум 2. Вот. И тогда они точно выйдут в плей-офф. Ну, дальше вот по следующей стадии. И Жезус. Жезус делает сегодня счет 2-0. И мы уже точно официально проходим в следующую стадию. 3 забитых у нас мяча в двухматчевом противостоянии. Ну и Жезус просто уже забил для уверенности, для болельщиков. Потому что все в атаку там пошли игроки Бетиса. Здесь Шамуродов еще пас пяткой. Ну все супер. Финальный сток сейчас должен быть от арбитра. И мы проходим следующую стадию. Уверенная домашняя победа. Правда, забили только вот под конец, можно даже сказать, матча. Во втором тайме, 70-я, 95-я минута.
Ну, на самом деле матч-то был равный. То есть понятно было, что Бетис не бросит играть. Всего лишь 1-0 проиграли дома. Так что могли и дальше проходить. Да, это была стадия 1-8. Сейчас будет у нас дальше четвертьфиналы. Сити проходит Атлетико Мадрид. Наполи проходит Андерлехт. Ливерпуль прошел Загребское Динамо. ПСЖ по гостевому голу переигрывают Ювентус. Мы прошли Бетис. Интер обыгрывает Мадридский Реал, вот это да, 3-1. Барселона, ну, кстати, равная там, смотрите, ну, я не знаю, как это сказать, 4-2. Барселона обыграла Краснодар, но Краснодар смог забить два мяча, это очень даже достойно. Ну и Челси по гостевому голу проходит Мюнхенскую Баварию. Поэтому как-то так. Я не знаю, сработает ли сейчас здесь так же, то есть мы должны играть сейчас будем против Интера. Ну, мне кажется, там будет какая-то жеребьевка, естественно, поэтому посмотрим. Нет, жеребьевка все-таки прошла, мы будем играть против Барселоны, так что мы снова вылетим в Испанию, причем в этом же выпуске мы сыграем первый матч, правда, только в России пока что. Сейчас мы играем против Ростова, снова надо ротировать, пытаться состав. Вот таким составом мы выходим против Ростова, играем на выезде. Поехали. Итак, Ростов-Арена, Ростов принимает «Зенит» в рамках чемпионата России, поехали. Ну и Шамуродов забивает своей бывшей команде. Отлично. 23-я минута. Элдор Шамуродов, кстати, забивает во втором сегодняшнем матче, когда вот выходит на поле. Ну и Азмун делает счет 2-0. 37-я минута. Но вот этот гол очень красиво получился и разыграть, и пробить Сердару Азмуну. Здесь Шамуродов прямой ногой. Опасная была игра, но он в мяч отыграл. Очень хорошо на Азмуна и тот. Мяч подскочил, поэтому это можно так еще записать на удар с лета небольшого. Хорошо подкрутил и все, 2-0. И все-таки мы пропускаем. И снова вот подача была углового. И да затыкали. Как говорится, Полос забивает. И Чалов делает счет 3-1. Отлично. 81-я минута. Мы забиваем третий мяч в Ростове. И все, финальный свисток. Уверенная выездная победа. Шамуродов, Азмун и Чалов нам ее приносят. Лучшим игроком стал Сердар Азмун. Ну и после 24-го тура мы лидируем. А все так же, и у нас лидерство в 7 очков. Ну что же, у нас сейчас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Мы играем против Барселоны в четвертьфинале Лиги Чемпионов на Газпром-арене. Будет очень, конечно, тяжело. У них еще и Месси 93-й. И какие-то вот у нас рейтинги. Это, я так понимаю, там матчи сборных были. Вот. Ну и, как мы видим, также не сыграет Габриэль Жезус с плохой формой. Этот футболист. Так что я вот просто сейчас не знаю, как вывезут мои игроки. Тем более откуда-то Пикфорд... потерял свою выносливость и все такое, как будто полевой игрок. Ну что же, «Зенит» против «Барселоны». Поехали. Ну что же, «Зенит» принимает «Барселону» в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов. Поехали. И Дриуси забивает на последней минуте. 91-я там шла уже минута. И замечательная голевая передача от Габриэля Жезуса. Я решил выпустить в концовочке. И не зря. И не зря. Хотя бы вот голевую передачу точно отдал. Ну и Себастьян Дриуси забивает в очень важной для нас игре. Ну и сейчас все просто супер. Не пропустили дома, чтобы Барселона забила выездной гол. Забили сами. Ну и теперь немножечко так уверенно полетим снова в Испанию ради выхода в полуфинал. Лучшим игроком стал, естественно, Себастьян Дриуси, 7,5 у него оценка. Ну что же, на этом все. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей, канал Футбол. Это же, до новых встреч, друзья, всем до свидания.